Елисей Иван Яковлевич, наш земляк, уроженец деревни Новая Карачиха Трофимовщинского сельсовета Рамадановского района, он был призван в Красную армию еще в 40-м году. Видимо, прошел тоже десантную подготовку, был десантником, поэтому уже в июле, 10 июля 41-го года он принимал участие в боях. Ну, само собой, познал горечь отступления, был уже в августе 41-го года ранен. Это было первое ранение десантника Ивана Елисеева. Пули и осколки находили нашего земляка еще 4 раза, но всякий раз Иван Яковлевич возвращался в строй. Тяжело было десантникам в первые дни войны. Не имея тяжелого вооружения, их бросили на стальные клыки фашистских танковых клиньев. Многих товарищей потерял Иван Елисеев. После госпиталя его рука крепче сжимала винтовку. В 42-м году десантные части постоянно готовились, постоянно шла подготовка десантников. Постоянно под парами были и авиация, которая могла вывозить десантников, выбрасывать. Тем не менее, когда, допустим, сложилась тяжелая обстановка под Сталинградом, 10 десантных корпусов были срочно переформированы под стрелковые дивизии, дали им наименование гвардейских стрелковых дивизий, и они уже дальше воевали как простые стрелковые дивизии. Редкие кадры военной кинохроники, снятые фронтовым оператором Моисеем Шнейдеровым, дают понять, как воевали десантники. Сейчас вы видите кадры подготовки и хода Вяземской воздушно-десантной операции. Вполне возможно, что среди этих отважных парней и наш земляк Иван Елисеев. Десантной части предстоит выполнение сложной боевой операции. В назначенный час. Самолеты пролетают линию фронта. Во вражеском тылу герои-десантники опускаются в намеченных местах. Каждое подразделение связь с командованием десантной части. Группа получает задание. Скрытно совершая входный маневр, автоматчики-лыжники заняли исходное положение. Должен быть выбит из пункта Н. Дивизия, в которой служил Иван Елисеев, была сформирована на базе частей 6-го воздушно-десантного корпуса как 6-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. Однако ее бойцам не суждено было участвовать в боях в тылу врага. С 1943 года они воевали как стрелки. Однако простыми их назвать нельзя. Боевая выучка и опыт были на высоте. Это стало ясно с первых боев. Впервые дивизия вступила в бой 14 марта 1943 года в районе деревни Кошельки, южнее города Старая Русса. К этому дню Иван Елисеев был уже опытным воином. Боевой путь был неоднократно отмечен подвигами, наградами. Следует отметить только, что уже в октябре 1942 года он получает медаль за отвагу, за подвиги. Дальше его боевой путь лежит и под Сталинградом, и Воронежский фронт, и Степной фронт. И к 44-му году дивизия уже приступает к освобождению Молдавии, дальше идет Румыния и дальше на запад. В начале весны 44-го года дивизия, в которой служил Иван Елисеев, сорвала попытки противника деблокировать группировку своих войск, окруженную в районе Корсунь-Шевченковский.
5 марта 1944 года в районе деревни Поповка наш земляк первым ворвался в траншеи противника. Штыковым прикладом уничтожил расчеты двух пулеметов фашистов. 25 марта в бою за деревню Кушелевка, будучи в разведке, внезапно напал на обоз противника, убил одного гитлеровского офицера, захватил в плен 7 солдат, подбил из винтовки легковую машину противника. При этом убил одного офицера и двух гитлеровцев. В бою за деревню Кота-Меджи подбил из винтовки штабную машину противника. Вот за этот подвиг, за эти бои, его представляют к награждению орденом Красного Знамени сразу, вот после медали за отвагу, и он получает этот орден. Новенький орден появился на груди нашего земляка вместе с нашивкой за ранение. Вернулся в строй Иван Елисеев только через 2 месяца и сразу попал в переделку. 2 мая 44 года при прорыве вражеской обороны, когда батальоны пошли в наступление, группа вражеских солдат до 50 человек сделала засаду в лесу. Гитлеровцы напали на наших бойцов с тыла. Елисеев первым заметил гитлеровцев, из которых 6 солдат бросились к заместителю командира батальона. Проявив мужество и отвагу, товарищ Елисеев своим телом прикрыл командира и меткой очередью из автомата убил гитлеровского офицера и солдата, а остальных обратил в бегство. За этот подвиг, за этот бой он награжден орденом славы 3-й степени. В августе 44 года боевые дороги привели Ивана Елисеева в Румынию. При прорыве мощной обороны противника в районе города Тыргул-Фрумас батальоны шли в наступление за владением мощной вражеской системы. В линии траншей, прикрывавших подступы к дотам, нашей пехоте мешали продвигаться пулеметные точки противника. Иван Елисеев, рискуя жизнью под огнем вражеских пулеметов, подполз и обнаружил их нахождение. По его данным, они были уничтожены, и наша пехота успешно ворвалась во вражеские траншеи. 1 сентября 1944 года, после совершения обходного маневра через Карпатские горы ночью, один из первых Елисеев ворвался в деревню Мартынице. В рукопашном бою уничтожил 7 вражеских солдат. В это время Иван Яковлевич уже был ординарцем командира полка. Вот. Но, несмотря на это, он и ходил и в разведку, ходил и в атаку. За эти боевые дела Иван Елисеев был награжден орденом славы 2-й степени. В очередной схватке с врагом наш земляк был снова ранен. После госпиталя храбрый солдат попадает в артиллерийскую разведку. Его назначают командиром отделения. Пришлось вспомнить все то, чему учили десантников. Очень пригодилось умение скрытно вести наблюдение. Находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил до роты пехоты противника. Подготовил данные и корректировал огонь батареи. В результате огня батареи рассеяна и частично уничтожена пехота противника. Подавил огнем батареи 1 станковый и 1 ручной пулемет. 6 апреля, на следующий день, находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил станковый пулемет, который вел огонь в район наблюдательного пункта. Огнем ручного пулемета он лично сам уничтожил этого пулеметчика и захватил пулемет противника. За эти боевые подвиги наш земляк был представлен к высшей награде солдата – ордену славы 1-й степени. Но ее заменили, и грудь героя украсил орден Красной Звезды. 6-я гвардейская воздушно-десантная Кременчугско-Знаменская краснознаменная ордена Суворова дивизия завершила войну 11 мая 1945 года в Пражской наступательной операции. На торжественном построении, посвященном Дню Победы, гвардии сержант Иван Яковлевич Елисеев встал в строй с 4 орденами и медалью за отвагу на гимнастерке. А на груди отважного бойца остались 5 шрамов от ран, которые он получил в боях за Родину. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечу плечо врастаем в землю ту. Гори и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим.
Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.